Политическое убежище для турецких военных. Германия удовлетворила первые ходатайства офицеров, которые опасаются преследований со стороны официальной Анкары. Что это, единичный случай или прецедент? И как отреагировали на это в Турции, узнаем от Татьяны Лагуновой. За шаг до очередной ссоры Германия и Турция снова идут на обострение отношений. Официальный Берлин решил предоставить политическое убежище турецким военным, несмотря на настойчивые просьбы Анкары этого не делать. Новость о предоставлении убежища турецким офицерам первыми сообщили немецкие СМИ. И буквально сразу же информацию подтвердили и власти страны. Убежище получили несколько офицеров, которые до увольнения из турецкой армии служили в силах НАТО на территории Германии, а также члены их семей. Прошения военных были удовлетворены, так как высока вероятность их политического преследования на родине. Там военнослужащих обвиняют в связях с движением проповедника Гюлена и причастности к организации путча. Анкара на эту новость пока не отреагировала, но в немецком МИДе уже ждут ноту протеста и не исключают, что на ковер будет вызван посол Германии в Турции. Политическое убежище в Германии пока получили несколько турецких офицеров. Но не исключено, что это только первые ласточки. По данным миграционной службы, сейчас на рассмотрении находятся почти 500 подобных ходатайств от турецких госслужащих, дипломатов, судей и военных. Убежище турецкие госслужащие просят не только в Германии, но и в Бельгии и других европейских странах. Так что вполне возможно, что своим решением немцы создали прецедент. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».